Что-то вот. Там у кого-то я был. Знаешь, откуда у меня идея? Шрамы. Нет. Так вот, мучечка. Мой папаша был алкаш. Вот как-то раз он напился чуть больше обычного. Хохотал, как сумасшедший. Моя мамаша в попытке себя защитить схватилась за нож. Но папаше это не понравилось. И вот у меня на глазах он ее зарезал, ржал. А потом разворачивается ко мне и говорит: чего ты такой серьезный, сынок? Он ушел на меня с ножом. Чего ты такой серьезный, сынок? Он ставил мне лезвие в рот и говорит: а давай-ка мы нарисуем тебе улыбку. И... Че ты такой серьезный? Убей его, убей его, убей его, убей его! А меня куда? А меня куда? Держите его, держите. Не падайте. Я же не зомби, я всего лишь принц. Так я вкусно. Браво всем актерам. А банан. Папача. Тот. А теперь нарисуем всем улыбки. Смотри. Хочешь увидеть вожак разнокожих? Люди, хотите увидеть вожак разнокожих? Ой, фу! Это зомби! Да, я зомби сработал! Да, можно сюда. На колени, Дара, надо было на колени. Жена его ногу порезала, и он тебя порезал, чтобы она не... Скинхеды. Так, я думаю, закончим ее. Можно идти на пару снимать. Чего-то надо сделать. Ребята, надо снять ужастик с ней. А чего ты меня резко катаешь? А вот ее мужем быть сложно. Честно говоря. Боже! Я сейчас что-то не понял. И что вы делаете? Кстати, что там видео? Ты сейчас снимаешь до сих пор? У меня мобильный. Нету. Напугал. Ай-яй-яй. Ага, с головой, с мысами. Да, совсем.